Перевозки эти всегда были льготными, но в последние годы трудно решался вопрос выделения субсидий перевозчику. Как стало известно, сегодня многие вопросы урегулированы. Председатель правительства Иван Моторин и министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Филиппов встретились с генеральным директором ООО «Содружество» Иваном Беловым. Пригородная пассажирская компания «Содружество» перевозит пассажиров на территории 9 регионов, включая Чувашию. Дело это накладное. Полностью свои расходы перевозчик не окупает. Владимир Филиппов отметил, Министерство транспорта республики провело эффективную работу по урегулированию республиканской задолженности перед ОАО «Содружество» за предыдущие годы. И теперь многие вопросы решены. По итогам встречи Минтранс Чувашии и ОАО «Содружество» подписали соглашение о предоставлении субсидий из республиканской казны на компенсацию части потерь организации железнодорожного транспорта в этом году.